Добрый день всем! Хочу вам показать такой красивый цветочек орхидеи. У моей дочки был день рождения, ей исполнилось 9 лет. И сосед ей купил цветочек орхидею, мини-орхидейку. Вот такой цветочек. Конечно, у него были 4 или 5 цветочков, но они уже почему-то опали. Но главное, что остался один. Красивенький, очень красивый. Мини-орхидейка. Я хочу пересадить ее, потому что она вот в таком вазончике и в мхе. Как вы знаете, орхидея в мхе не так уж и любит, потому что мох держит влагу, и корешки начнут загнивать. И то вот есть листочек, уже желтеет. И тут я вижу, что корешок уже тоже как бы загнил. Хочу его пересадить. Вот у меня есть кора. Я ее немножко обеззаразила. И хочу вынуть, посмотреть, что случилось. Почему у нее цветочки опали? Может быть, он начал тут загнивать. Он весь в мхе. Конечно, я тоже поставлю обратно немножко мха, но все равно мне кажется, что слишком много было влаги. Но это для того, для перевозки. Ого! Ну и вправду тут много его. Даже переплелся. Вижу, тут есть корешки, которые уже засохли. Нужно их обязательно удалить. Вот он, видно, что корешок засох. Поломанный. Нужно их вообще и обеззаразить. У меня тут есть вот толченый уголь, но он был такой, в капсулке. Уже заранее я только открыла капсулу. И просто хочу увидеть, что, почему так. Мне очень нравятся эти маленькие цветочки, тоже орхидейки. Я очень давно хотела. Но вот, да, вот есть корешки загнившие. Нужно их обязательно почистить, чтобы им там воздуха просто не достается. Да, вот, бедненькая. Ну, ничего страшного. Вот, прямо нужно будет вообще-то обратно я в этот горшочек его опять. Вообще тут должно быть сухо. Ну вот тут вроде бы все нормально. И вот эти корешки, которые мне не нравятся, обязательно удалю. Вот тут есть. Нужно их обязательно удалить, потому что в том, чтобы не было болезней. Вот этот тоже обязательно. И все срезы нужно обработать угольком, чтобы не было потом какой-то заразы, не знаю. Лучше обработать обязательно. Обязательно нужно удалить этот листочек. Осторожно. Вот видно, что здесь, вот здесь, не знаю, или корешок, или новый цветонос.
Вот тут маленький-маленький. Я поставлю его даже как-то. Сначала его, потом уже остальное. Чтобы ему было комфортно. Чтобы попал и воздух. Чтобы не было слишком сыро. Конечно, я поставлю немножко мха, но не до такой степени много, как было. Обязательно. Можно очень осторожно, чтобы не корешки не поломать. Нужно как-то так осторожненько и вот в таком порядке мы и будем его заново устанавливать. Чтобы и воздухообмен был. Посмотрим, как он в дальнейшем будет у нас расти. Вот, в чем я хотела показать. Он такой красивый цветочек, беленький, сиреневый. Обязательно вот возле серединки, чтобы вода не отстаивалась. Мох, конечно, тоже очень хорошо, потому что он обеззараживает, но все равно, чтобы не было слишком много мха. Мы будем ставить и кору. Впрочем, и все. Вот наша пересадка. Ей уже будет комфортнее. Вот так. Цветочек. Вот наша орхидейка. Будем за ней ухаживать в дальнейшем. Мини-орхидейка. Всем пока-пока. Доброго дня. Всем удачи во всем!